Доброе утро. У нас без 10:08. Никиту собрали на работку. Одевается. Переживаешь? Да. Не сильно. Держу. Масочку. Я тут Никите, значит, это... собрала обед. Он говорит, что типа серьезно там не надо, это первый день как-то неудобно, он даже не знает там где есть, как есть. И в общем тут у нас водичка, там в контейнере чебуречек пожаренный, и здесь у нас яблочко и еще баунти. Сладкое райское наслаждение. Все, убегай. Все, взял кошелек, документы там на всякий случай, телефон. Все. Время показывает 40 минут ехать, да? Ну, в принципе, так же, как и показывала обычно. Все, давай. Удачи. Ничего я не беру. Чего? Ну, а как ты с хаты будешь выходить? Так у меня свои есть. Все. Бычки чмукси. Да, пока. Я уже закончила стрим, постримила почти до часа дня. И думаю, все, хватит, потому что уже и надоело, уже и какое-то настроение такое. Ну, надоедает одним и тем же 5 часов заниматься. Поэтому вот, распустила всех ребят. Сама только что пожарила себе такую колбаску. Перекушу и буду заниматься всеми делами. У меня сегодня в планах очень много. Мне нужно сходить по делам. Мне нужно сходить в магазин. Мне нужно закинуть несколько стирок. Мне нужно приготовить еды, и желательно не на один раз. Я вот думаю приготовить суп, и у нас как раз эти колбаски есть. Раз я пачку открыла, надо их использовать. Колбаски можно будет отваривать, либо поджаривать. А к ним, не знаю, то ли гречку, то ли рис. Картошки как-то не хочется, только картошку ели. Короче, подумаю, что. И суп хочу какой-нибудь из курицы. У нас есть куриные четвертинки, и из них я бы сварила какой-нибудь такой бульон, как бы легенький. Но вкусненький супчик. Так что накладываю свою колбаску, которая тут пожарилась, перекушиваю и приступаю ко всем своим делам. Я уже покушала, оделась, немножко полежала и выдвигаюсь по делишкам. На улице, блин, холодрыга, минус 9 сейчас. Я не знаю. Так не хочется. Оделась, укуталась. Не знаю. Надеюсь, не замерзну. Надеюсь, все пройдет быстро. Что все, что мне нужно, будет открыто. И я быстренько вернусь домой. А то уже через 4 часа Никита придет. Мне надо кушать готовить. Зайти в магазин, купить там масло. Ну, короче, это уже потом увидите. Я тут, значит, иду уже домой. У меня очки просто потеют из-за того, что на улице капец как холодно. Ой, опять ветер. Очень холодно. Много снега. Короче, это ужас, как холодно. Я домой приду, вам расскажу, что со мной вообще произошло сегодня еще, пока я по делам ходила. И я дома. Господи, какая холодрыга на улице. Вы себе просто не представляете. Руки леденющие. Я тут себе сделала чаек, буду пить. Там сейчас заваривается. Капец, я так замерзла. Когда шла, вот только вышла из дома в ту сторону, это просто нечто. Было так холодно. Ноги, руки через... карманы, блин, продувало, леденющие, очки потеют, я маску стянула вот так, они все равно потеют, я иду, ничего не вижу, короче, вообще жесть. Когда домой шла, уже ветер подутих и было более-менее нормально, но все равно было очень холодно. Сейчас про ситуацию, которая вот у меня приключилась, мне нужно реально научиться говорить людям «нет». Потому что я иду такая, ко мне подходит там, типа, девушка, говорит, здравствуйте, можете уделить, пожалуйста, 2 минутки там туда-сюда? И я на нее смотрю так, а она на меня такими глазами смотрит, я говорю, ладно, давайте. И эти 5 минут, как всегда, ой, точнее, вот эти 2 минутки, как она сказала, затянулись так же, как 5 в моем банке, на 30, блин, на 35. Посадили меня там и начинают спрашивать, какой у меня банк, там, или я не хочу поменять карточку, рассказывают про свой банк, туда-сюда. Я говорю, что понятно-понятно, они спрашивают, ну что-нибудь собираете или там куда-нибудь вкладываете, я говорю, нет-нет, думаю, буду просто, знаете, там, да-нет, и все, до свидания, чтобы быстрее уйти, я начинаю, нет, они мне начинают предлагать какие-то варианты, там, туда-сюда. Ой, блин, ладно, сумка там. Дали мне огромный листик, там все расписано про их банк, какие плюсы, показали приложение, каждую вкладку. И говорит, ну что, типа, откроем счет в нашем банке? Я говорю, нет.
А они говорят, ну, это ж типа выгодно, вот, смотрите, тут такие тут и скидки, и тут и накопительные, и там еще что-то, и еще что-то. И я говорю, понимаю, хорошо, я должна почитать насчет этого банка, если мне будет интересно, то я типа, приду, и мы с вами откроем мне счет в этом банке. Они говорят, а у вас есть при себе удостоверение личности? Я такая, ну да, есть, и что? А они говорят, о, так давайте мы сейчас вам счет откроем, типа, это буквально дело 2 минут. Я говорю, мне нужно посидеть, почитать, подумать, потому что у меня банк нормальный, я им пользуюсь, и у меня все деньги, которые приходят мне на карту, приходят именно на этот счет. То есть, если я открою в новом банке свой счет, то мне придется все переделывать, заново вписывать вот эти свои счета. Это, ну, короче, волокита полнейшая. И они говорят, так... А ничего страшного, если даже вы не будете пользоваться, смотрите, вот так вот показывают в телефоне, тут опускаемся, закрыть счет, и не надо даже в банк идти. Я говорю, сейчас бы я не хотела этим заниматься, можно я возьму эту бумажку, если что, я к вам приду. Написали мне там номер и отпустили меня, я думаю, наконец-то, господи, такие приставучие. Надо научиться говорить людям нет, ну, серьезно. Я просто смотрю на эти глаза, думаю, ну, ладно, я, в принципе, никуда не спешу, давайте. А потом думаю, зачем согласилась, а домой шла. Опять ко мне подходит какая-то женщина, только уже другая. Говорит, здравствуйте, не хотите поучаствовать там в чем-то там, типа, связанное с валентинками, которые вот скоро. Я такая думаю, я не накрашенная. Она что-то с фотиком стоит, я думаю, я не накрашенная. Я вот такая замерзшая вся, красный нос. Я думаю, нет, говорю, у меня нет времени. И все, и ушла. Зашла в магазин, вот, тут купила, короче, пасту. А где? А, масло у нас заканчивается, подсолнечное. И тут пакеты такие женские разные. Ванные принадлежности и все. В принципе, по-быстрому зашла, очередей нет. Шикарно. Мне тут Никита пишет с работы, что-то фотку прислал. Там, своего рабочего места пишет. Офисный планктон. Вот, не знаю, 5 минут назад был в сети. Посмотрим, ответит или нет что-то. Ну, выглядит неплохо, кусочек фотографий. Я сейчас буду греть руки, блин, потому что реально красные, наверное, не знаю, видно, нет? Краснющие руки, отогреваться и дальше заниматься своими домашними делами. У меня тут уже темнеть начало, сейчас немножко свет включим. И я, значит, за это время, сколько прошло, наверное, час, может, чуть больше, может, чуть меньше, точно не засекала. Поменяла постельное нам в зале, в спальне еще надо поменять. Но я думаю, в спальне можно поменять тогда, когда мы основательно пойдем спать в спальню, чтобы что застилать чистое, чтобы оно там лежало, грязнилось. Поэтому, да, пусть там пока что топа будет. Закинула стирку, стирку уже постирала. Я поставила, из-за того, что темная, включила дополнительное сейчас полоскание и отжим. И у нас еще выпал снег, смотрите. Сейчас я быстренько открою окошко. Видите? На балконе снег. И сейчас идет. Блин, так красиво на улице. Особенно так вечереет, снежок летит. И что еще? Самое главное, приготовила Кристина поесть. Там варится у меня рис. Рис потом перекину просто в кастрюльку, добавлю сливочное масло. И Никите сварю колбаску одну. Потому что еще есть первая. Тут у нас супчик. Как я говорила, бульончик с курочки там. Картошечка, все дела. Так, выключаю тут свет. Выключаю здесь свет. И выключаю тут свет. Время посидеть просто чуть-чуть в телефоне. 6 минут до того, как сварится рис. У меня уже все доготовилось. Единственное, что я поставила уже вариться Никите одну колбаску, потому что Никита уже едет домой. Он вызвал себе такси. У нас до сих пор действует промокод. Походу один остался вот этот вот на дешевую поездку. И получается на такси домой доехать дешевле, чем на автобусе. И поэтому Никита взял такси. Утром, кстати, не было машин. И минимальная цена была типа 12. Никита сказал, за 12 я на автобусе проедусь. А, вот. Купил себе, наверное, билетик часовой. Потому что у нас продаются часовые, что ты можешь пересаживаться сколько угодно тебе. Главное уложиться в час. Вот, и сейчас едет на такси, значит, вечером были доступны вот эти вот дешевые. Я тут, значит, закинула вторую стирку, на завтра у меня осталась только постельная, вот. И сейчас, пока Никита едет, я посмотрела по картам, это примерно минут 10 он еще будет ехать. Я вот буду развешивать темное, то, что у меня постиралось. Освободила сушилку.
Никиты не видно. Еще, наверное, не приехал. Поэтому быстренько развешиваю и почти свободный. Останется только одну стирку развесить, и все, я на сегодня свободна. Все наготовлено, все постирано, все, Кристина, молодец. Смотрите, работяга приехал домой. Че, устал? В Канаду. Короче, не устал, он мне рассказал уже. Все рассказал, ему нравится. Говорит, нормально, лайтовая работа, что-то сидишь, и там, как бы, он с одним парнем тоже в кабинете. Сидят такая, типа, атмосферка нормальная. Говорит, офис, как ты сказал, что, типа, комфортно, уютно, да, там? Да, нормально, да, вот, типа, так, у меня вообще бодрёшь. Ну, расскажи вкратце нашим зрителям. Понравилось, короче, не понравилось? Да, понравилось, нормально, классно. С клиентами уже базарил, да, завтра три встречи. Завтра три встречи, ё-моё, там, сегодня один приходил, там тоже немножко помогал с ним. Все, завтра уже трое приходят, но это уже прям ко мне, типа, а не помогать. И все, там одна приходит на работу ее устраивать. Что там еще приходит за сумкой, вроде, за доставки, типа. Угу. Еще один хрен придет тоже все-таки там обсудить. Друг украинца, который сегодня точно приходил, да? Да, друг какого-то украинца, который сегодня приходил, придет тоже устраиваться. Ну, мы, да, вот, короче, мы сидим в офисе, работаем в основном на трудоустройстве всех, на вот эту вот доставку там еды и вот этого всего. Еще мы машины в лизинг берем и продаем, ну, перепродаем, ну, не перепродаем, а даем их в аренду таксистам, там всем, ну, короче, всем, кому надо, даже неважно, работаешь с ним, машина тебе нужна, вот к нам обращаются, и мы их даем там на неделю вроде, или на, а минимум на 2 недели берется машина, и стоимость, по-моему, 500 злотых, 550, от 350 до 550, в зависимости от модели Toyota. Новые Шкоды к нам приедут вот через 2 недели, прям новые, это все вообще балдежно. Ну все, а сейчас еще хотят вольше-то не расширяться, и там делать в эти хулейноги эти, короче. Это что тоже вы наем сделать, типа. Как они? Самокаты. Короче, ну прикольно. Типа вообще работа там не сильно тяжелая. Сидишь, то есть у тебя приходят на e-mail уведомления этих клиентов, которые хотят начать работать, либо которые хотят машины вынаймывать и там всякую вот эту вот штуку. И все, ты с ними разговариваешь, если надо. Впровадзаешь их в систему, типа, все там везде вписываешь и так далее. И, конечно, высылаешь там договоры туда-сюда. Договоры им высылаешь, все там, если надо, помогаешь подписать и все. Но я, конечно, в основном работаю там с опцокраевцами, с украинцами, белорусами, синами. Я с одним сегодня разговаривал, я не знаю, с какой он страны, но разговаривал по-английски. И звали его... Господи, забыл. Прикинь, ты мне говорил, да? Не говорил и забыл. Я уже Рахам тоже... или Кахам какой-то, что-то такое. Что такое, там, по-английски разговаривал. Короче, я со всеми, кто по-польски не бэк, не мэк. Ну, не, ну, может, они и бэк, не мэк, но, типа, им проще по-русски или по-английски. Вот я ими занимаюсь в основном. Ну, вообще, прикольно. Нравится? Мне понравилось, нормально. Ой, я только что поела, наелась. Никита попросил в кувшинчик налить воды. Блин, это мало. Сейчас я этот, надо будет удалить в фильтр. Дополнительно. И все, я ухожу на покой. У меня есть 2 часа просто смотрения всякой билиберды на ютубе. Вот что этим я и займусь. А Никита будет стримить, да? Уже сел такой красивый, распустил волосы, тут залежал все себе, да, сегодня. Да. Болит голова после того, как снял резинку? Такое, типа, нет, натяжение, какое-то волосы, было... типа. Не болят? Нет. Ну, короче, Никита запускает стрим, а я иду отдыхать после своего рабочего дня. Так, ребятки, я тут думаю, что пришло время, наверное, попрощаться, потому что у нас 9:30, я за полчасика где-то смонтирую влог, там поставлю выгружаться, и Никита как раз к этому времени закончит стрим. И мы ляжем смотреть «Мандалорца». Не перестану говорить, что это офигенный сериал. Я вообще, я вспоминаю, как я говорила, фу, не буду смотреть «Звездные войны», нет, нет. А потом, как в первой серии увидела малыша Йоду, мое сердечко растаяло. Это теперь, наверное, один из моих любимых сериалов будет. Короче, я советую всем,
Даже если вы не любите «Звездные войны», смотрите. Я тоже не люблю «Звездные войны», но, короче, сериал просто огонь, пушка. Офигенный. Офигенный. Вот. Я сажусь монтировать. Посмотрела разные дурацкие видосики на Ютубе. Закончились они. Я думаю, чем заняться? Как раз влог смонтирую. И да, будем ложиться спать, завтра вставать опять. Во сколько? В 7:30 опять будем, да, вставать? Где-то так. Да. Надеюсь, что сегодня я высплюсь, что Никита тоже выспится, потому что я плохо спала эту ночь, я переживала, чтобы не проспать, там что-то будильник там ставила, постоянно проверяла телефон, а вдруг не сработал, а вдруг еще что-то. Вот, думаю, что сегодня такого уже не будет, будем сегодня спокойно спать. Блин, у меня там стирка достиралась, надо пойти повесить. Как раз пока файлы будут перекидываться, повешу стирку последнюю, которая постиралась, и все. Так что всем до завтра, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.